Сейчас я вам расскажу одну очень интересную историю, как же этот 222 оказался у нас в остановочном центре. У мужчины, хозяина этого авто, есть дети, и эти дети – истинные фанаты БГТ и блондинки, то есть меня. И они очень долго упрашивали своего папу приехать к нам, чтобы мы установили на этот авто видеорегистратор и мультимедиа. Как вы видите, машина у нас, и мы установили и видеорегистратор, и мультивидео. И теперь дети счастливы, отец тоже счастлив, и мы счастливы, что можем рассказать вам эту историю.